О, вот и новый ролик. Дождались. Оператор! Ты живой? О, оператор! Давай, пошли, новый ролик надо снимать. Серьезно? А что грома? Да, пойдет, давай, начинаем. В общем, посмотрите этот ролик до конца. Не отписывайтесь от меня только, пожалуйста. Поставьте лайк, мне будет чуть-чуть приятно. Ну и, в общем, короче... Посмотрите его, типа, там что-то новое будет. А, еще я мотоцикл купил, короче, об этом тоже будет еще ролик. Короче, скоро будут ролики еще. И всем привет! Бля, неудобно. И, короче, сегодня у нас выходит новый ролик. И нет, нет, не думайте, я не сдох, я живой. Бля. И, значит, короче, сегодня я вам хочу рассказать про несколько новых... как она называется. Короче, чуть-чуть поговорить с вами. В общем, первая новость. В общем, почему не было так много... Так долго не было видео? Ну, первое, это, короче, творческий кризис. Я просто, знаете, я не знал, что снимать. Просто я думал, то снять, то снять, то снять. Вообще, я не знал, что снимать. Второе, оператор не хотел меня снимать, потому что он тот еще человек. Ну, и, значит, третья причина, просто, блин, у нас было одно видео, но нам его забороли. Вот так, это был Ромашка ТВ. Ну и значит, вторая новость, что я хотела рассказать. В общем, смотрите, вот это мое лицо. И, короче, значит, я сделал музыкальный альбом. Да, альбом из 6 песен. Вообще там должно было 7, но это не важно. В общем, 6 песен. Вот он, в общем, альбом. И, короче, он будет доступен 1 сентября, включая 23 площадки Shazam, YouTube, Apple Music и iTunes. Короче, там еще много-много всего. И, в общем, смотрите, вот он уже доступен на Play Market. Короче, можно, типа, забить это в первый раз, или вот Segin, или, допустим, что угодно. И, в общем, будет мой альбом. Ну, в общем, это круто. Я надеюсь, вам хоть чуть-чуть это говно понравится. Ну и, типа, что я еще могу сказать? Все. Будем ждать 1 сентября. 1 сентября как раз выйдет, наверное, новый ролик. Ну, я реально, я вот хочу, чтобы этот, ну, этот альбом крутой был. В общем...